Добрый день, уважаемые зрители. С вами доктор Константин. Сегодня у нас головокружение. Сразу переходим к восточной медицине. К западной мы не будем даже обращаться. Почему? Сейчас вы все поймете. Итак, смотрим. Меридиан мочевого пузыря, как он простирается, он контролирует голову и вестибулярный аппарат. Помните, это показал один меридиан. Меридиан печени. Все, кто уже внимательно смотрит мое видео, мы всегда показываем, как простирается меридиан, где он начинается, как он проходит и заканчивается на голове. То же самое меридиан печени контролирует вестибулярный аппарат, головной мозг, функции головного мозга, мозжечка и не только. Меридиан желчного пузыря. Многие скажут, что вы плетете сюда желчный пузырь. Вот он где начинается, как поднимается, контролирует правую, левую часть головного мозга. Почему мы приплетаем сюда желчный пузырь? Потому что, согласно теории УСИН, все начинается с дерева, а к дереву относятся печень и желчный пузырь. И они обмениваются между собой энергетикой. Потому, если уже мы говорим, все начинается с дерева, если уже этот элемент не в порядке, то дерево порождает огонь. Огонь не в порядке, земля не в порядке, металл не в порядке. Итак, вода не в порядке. Итак, пять элементов передают искаженную информацию, энергетику друг другу. Что вы хотите? Чтобы голова не кружилась? Не получится. Нужно знать, в каком состоянии меридианы. Мы сказали о трех меридианах. К этим меридианам автоматически добавляются те меридианы еще, которые контролируют не только головной мозг, но и голову, вестибулярный аппарат. Сюда добавляется меридиан тройного обогревателя, меридиан желудка, меридиан тонкого кишечника. Понятно, да? И вот того смотрим. Мочевой пузырь, желчный пузырь. Сколько уже? 5 меридианов. В каком состоянии эти 5 меридианов? Которые, многие скажут, мы не знаем, в каком состоянии. Как вы помогаете человеку при головокружении? Ну, поможете там, угадайте там. Потому помните, для того, чтобы справиться с головокружением, вы даже четко знать, у вас энергетика воспаляется, поднимается вверх и блокирует вашу голову, вследствие чего вы теряетесь в пространстве. Ищите землю под ногами. Либо наоборот, энергетика уходит с головы. И что? И человек то же самое теряет в пространстве ориентацию. Очень все просто. Нужно провести диагностику 12 меридианов, ответить на вопрос, в каком состоянии самые длинные меридианы, которые отвечают за наш вестибулярный аппарат. Здесь подсказка. И восстановить их в норму. Данная точка В18 Ганьшу расслабляется при головокружении. Спасибо за внимание.